Горбаши, едем на новую трассу. Сразу идем правее. По холмам. И здесь нужно уйти направо. Холмы специально здесь не ратрачат, чтобы у людей была возможность покататься на а-ля Чигете. Упал в пухляк. Не люблю я это. Этот участок пришлось проходить раком. Тут я уже встал на ноги, проваливался. Обойдите, а то я все. Я так понимаю, тут можно обуваться, да, уже? Рада. В общем, порядком я подустал вот это все проходить. Вроде как все прошел, теперь должно быть красиво и хорошо. Моя лыжница. Опять упал. Но честно я вам скажу, я тут удовольствия не получаю. Мой лыжник тоже не получает тут удовольствия. Бугры для любителей вот этой всей фигни. Я нет. Вон там дальше уже ратраченная часть. То есть дальше уже пойдет хорошо. Но я остановлюсь. Своих лыжников надо подождать. То есть вот это все, это до свидания. Мой сын, спортивные лыжи не предназначены для этой мне трассы, поэтому мучается. Сейчас полетит. И моя дочь еще. Платон, подожди нас с Радой сейчас. Все, у лыжницы тоже. Плохая трасса закончилась. И сейчас поедем уже по ратраченной в удовольствие.
Нет, туда не надо. Я не знал. Поехали. Но вот тут я встал нормально. Поехали. Крутоватый участок. Моя зайка. Дунь, ты чего? Поехали. Устаешь там, где бугры. И ноги уставшие, конечно. Даже лыжники тут мои подофигели, конечно. Рад, вставай. Поехали. Там сейчас найдем кафешку, внизу сядем. Давай, зайчоныш. Ну а здесь, конечно, офигенно. Широко. Тут выход на трассу, которая идет с мира на кругозор. В общем-то все. Вот и вся новая трасса. Это уже старая пошла. В общем, вы должны знать одну штуковину. Я ее не знал, потому что о ней никто не рассказывал, а вы будете знать. Новая трасса на Эльбрусе — это не такая трасса, к которой мы привыкли. Эльбрус решил угодить и тем, и другим. Как в Европе. Трасса для экстремалов, которым скучно кататься по ратрачным трассам. Пухляк, бугры. Трассу могут наполовину растрачить, а могут вообще ее не трогать. То есть это серьезная такая, сложноватая для таких же трассовиков, как я, трасса. Трассовиков, я имею в виду, я люблю ездить по трассам, а бугры и пухляки, ну, сложновато мне. То есть сегодня, допустим, эта трасса вообще даже до половины не растрачивалась. И там по пухляку гоняли, будь здоров. На этом, наверное, все. А про Эльбрус ждите видео дальше.